Нет, пожалуйста, 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 Арслан Борисович, никто не нужен. Дело в том, что данный законопроект, вот мы как раз таки сейчас с Анжеевичем совместно разрабатывали, поэтому, ну, у меня и плюс еще я как руководитель общественной организации «Опора России», предприниматель, это общая боль. Дело в том, что за весь этот период пандемии, да, правительство ни разу не собирало ни... Арслан Борисович, это закон о бюджетном процессе. Нет, стоп, одну минуточку. Сейчас я, не, я далее скажу. Арслан Борисович, мы же тут не в театре, где Станиславский и Немировича Данченко. Анатолий Васильевич, если нам не надо, чтобы депутаты значит, говорили, подождите. Как вы изначально ну, сказали. Дайте мне перейти к вопросу. Значит, уважаемые коллеги, я лишаю товарища депутата, он на второе замечание не реагирует, без разрешения... Говорит не по теме вопроса, не по теме обсуждаемого вопроса. Я решаю вас слово до конца сессии. До конца сессии, пользуясь правом. Все, пожалуйста. Не понимаете? Ну как с вами по-другому, если вы не понимаете. Еще вопросы?